Чупендикс. Мы, правда, до этого не доживем сегодня, но все равно. Пошла Лупа и Пупа получать субсидии на жилье, но в мэрии все перепутали. В итоге Лупа получила квартиру в новостройке с развитой инфраструктурой, а Пупа – халупу. Блять, мне больше всего самая лучшая версия про Лупу и Пупу, блять, была, когда Ян Зимнер прочитал лекцию про Николаса Лумана на стриме. Вот. Ну, я, соответственно, забрал все донаты. И, в общем, в итоге, значит, прилетел донат с текстом. Ян Зимнер и Убер Маргинал провели стрим про Николаса Лумана. В итоге Маргинал получил деньги за Лумана, а Ян получил за Лупана. Вот это, по-моему, самое охуенное было, блядь, формулировка. Я до сих пор, блядь, рэп, нахуй, просто охуенный. Да расскажи это в миллионы раз, да. Занимаемся их доставкой до дома. Проще это делать с горы. Чтобы постоянно не подниматься в гору и не носить мелкие плоские камни, часто мы берем один и ближе к концу склона, совсем неаккуратно, начинаем его бросать на другие камни.